Друзья, всем привет! Вы находитесь на моем канале Елена Ермакова. Я хочу вам сегодня показать Днепропетровскую зиму. К нам наконец-то пришла зима. И мы вышли на Днепр. Мы сейчас находимся на набережной. Идем поближе к метро. Я так думаю, если так рано к нам пришла зима, значит и весна, друзья, надеемся, придет на 2 недели раньше. Зима на 2 недели раньше и весна точно так же на 2 недели раньше. Итак, представляю вам прекрасный город на реке Днепр с одноименным названием. Сейчас набережная. Снег, конечно, снег прекрасный, но уже растает. Сейчас 0 градусов. С завтрашнего дня синоптики нам обещают потепление. Посмотрим. Пока мы вышли погулять. Карантин выходного дня, поэтому где лучше всего провести? Конечно, там, где людей почти. Но не сидеть же все время за телевизором. Лодочка, катер стоял. Здесь лодочки катали народ. Летом здесь, конечно, прекрасно, оживленно. Ну и сейчас погулять тоже прекрасно. Замечательно. Сейчас пройдем мимо, покажем вам ресторанчики, какие есть. Это вот такой, с той стороны у нас левый берег. Прямо перед нами солнечный массив. Это такая погода идет на потепление. Такие снежные, возможно, будет снег. Будем надеяться. Либо снег, либо дождь, что-то будет. Зима началась. Зима действительно началась в нашем регионе. Сейчас покажу прекрасную, прекрасную ель. Красивые пейзажи. Сегодня придумали, куда же пойти погулять. Ну, понятно, лучше всего на набережную.
Алло.